С полтысячи работ представили вынаходники и рационализаторы в области на выставе в Могилеве. Сёлета она присвечена году науки. Технічные экспонаты и творы декоративно-прикладного мастерства зроблены навученцами профессийно-технічных колледжей. И они с цікавностью познают школьников подчас весновых каникул с деятельностью своих установ адукации. На выставе работ навученцев прав техадукации представлено больше за 500 экспонатов, над которыми працавали 1500 юнаков и девчат. Эти работы, они могут использоваться как в быту, они могут использоваться в производстве, они могут использоваться, в принципе, даже где-то при выполнении каких-то ремонтных работ, там, ну, опять же, в домашних условиях, там, при выполнении ремонтных работ там, с автомобилями, то есть разные работы есть, там, со сваркой связанные работы. Такий апарат для сварки проводов зробили у Могилевском электротехничном колледже. Я взял корпус из бесперебойника, и внутри стоит трансформатор от микроволновой печи. И могу вам его продемонстрировать. Это сугубо моя разработка. Я вот, ну, это пробная версия. Гэтая ретро-машина допоможе не только упрыгожить двор загородного дома. Яна может служить мангалом, у ёй можно готовать ежу. Цікавая экспозиция и у навученцев колледжа имя Ларына. «Мать и дитя» называется. Она состоит из комбинированного такого комплекса: люлька, кресло для матери, столик и настольная лампа. Достойное представление учреждения образования. То есть лучшего на этой выставке, наверное, в разряде мебели не было. Опознаваемый по своей стилистике работы навученцев агролесотехнического колледжа имя Орловского. А перниковые хатки насамрэч упрыгожили выставу декоративно-прикладного мастерства. Такий смачный этюд проготовали у Могилевском гандлево-экономичном колледже. Поедет на республику. Это пряничные домики времена года. Обратите внимание, зима, осень, лето. Организаторы экспозиции мкнулись яскраво продемонстрировать молоди, чем можно заняться у вольно от учебы час. Усе модели зроблены у куртках и аматорских объединениях. Их на базе установ прав техадукации больше за 300. У час весновых каникул для школьников организованы экскурсии по выставе. Татьяна Сергейчик, Александр Тарасов, новини региона.